до вечера. Как вы меня распечатали? Мы извиняемся. Вот и наступает кульминация нашего вечера, в который вы, дорогие ребята, вы, уважаемые родители, и мы, преподаватели, шли все эти годы. Слово предоставляется директору детской школы искусств Павлу Сергеевичу Петрову. Построить школу, большой, огромный зал, где наша большая школа, мой друг. Я от всей души вас поздравляю, дорогие выпускники. Было очень приятно за вами наблюдать на протяжении всех лет обучения. Было очень приятно находиться на ваших экзаменах, видеть ваши результаты, потому что безусловно. Ну, я думаю, что родители сегодня видели результаты своих детей, потому что это очень серьезный опыт, приобретенный в плане медицины, в плане просто показать перед людьми то, что я имею. Я очень горжусь преподавателем, который вложил в вас очень много. И сегодня перед тем, как вы получите ваш, я бы хотел сказать огромное спасибо всем родителям, которые вместе с вами прошли это сегодня. И хочется особую благодарность объявить самым активным родителям, которые на протяжении лет, долгих лет очень. А слушай, идет концерт. Не только рядом с вами, но еще были рядом с нами. Благодарность за детскую школу искусств номер 4 за активное участие в жизни школы, включается непрошенные дети Станислава. А также благодарность за активное участие в жизни школы вручается Баклановым Ларисе Сергеевне и Эдуарду Викторовичу. Благодарю всех преподавателей. Мы их будем учить много и долго.
всегда. Преподаватель за вас переживает так же на протяжении всех лет. После того, когда вы покидаете стены нашей школы, все педагоги гордятся своими выпускниками, своими учениками. Все педагоги всегда радуют вас, потому что я знаю, что каждый преподаватель всегда делится с коллективом, успехом своих выпускников. Я призываю всех вас изменить человеческое отношение к вам, человеческое отношение к вам как к творческим людям. Итак, мы переходим к самому важному знаменательному событию. Свидетель об окончании детской школы номер 4, а также грамоты за активное участие в концертной и конкурсной деятельности школы получается Шатиловой Марии. Свидетельство об окончании детской школы номер 4 вручается Шарковой Ларе. Thank you.
вручается Павленко Дмитрию. Thank you.
Свидетельство об окончании детской школы искусств вручается Крепковой Аглае. Свидетельство об окончании детской школы искусств номер 4, а также грамота за отличную учебу и активное участие в концертной деятельности школы вручается Краховской Ксении. Я бы не хотел, чтобы этот человек заканчивал нашу школу, конечно. Оставалось бы на второй год. Еще бы получилось. Прекрасная вокалистка. Горячо Екатерина. Свидетельство об окончании детской школы искусств вручается Ванян Сюзане. Свидетельство об окончании детской школы искусств номер 4, а также грамоту за отличную учебу вручается Поклановой Анне. Свидетельство об окончании детской школы искусств номер 4, а также грамота за отличную учебу вручается Шаткиной Татьяне. Спасибо вам за ваш труд, спасибо вам за ваших детей, спасибо вам за ту музыку, которую вы дарили нам, пока учились. Итога нашего выпускного вечера – это музыкальное поздравление ансамбля выпускников школы 2017, 2018 и 2019 годов. То есть в ансамбле уже участвуют не только выпускники этого года, но и уже студенты институтов. Но они продолжают приходить, их там и учат в музыке.
Настало время фотографии на память. Просим выпускников и преподавателей пройти для фотосессии, пожалуйста.